Так, и много немцев в вашей деревне? Сколько их там всех, я их сосчитать не успела. В общем, хватит. А вы нам не можете рассказать, где они расположились? Рассказать могу. И даже показать могу. Ну-ну. Вот, глядите. Вот. А это что за рукоделие? Это не рукоделие, это план нашей деревни. Сама вышивала. Так, так. Вот. Здесь где розочка, тут библиотека. Штаб их не помещает. А это в центре? Да, в центре. Так. А тут, где вот узор крестиком идет, тут окопы их не роются. Понятно? Понятно. А как вас зовут? Катя Власова. Молодец, Катя. Знаете что? Подарите на память ваш платочек. План. Извиняюсь, план. Мы его здесь немножко посмотрим. А вы сейчас идите покушайте. Отдохните. Товарищи бойцы, проводите Катю Власову. Есть проводить. До свидания. До свидания. Пошли. Знаешь что? Надо захватить немцев врасплох и вышибить их из деревни. Сегодня предполагалось выступление артистов. Значит, придется отменить. Наоборот. Надо, чтобы выступление артистов состоялось. Немцы за нами следят. А концерт создаст видимость беспечности. Правильно? Верно. Ах, как это неприятно получилось. Сбежать перед самым концертом, это же позор. Лариса Семеновна, только без истерик. Мы на фронте. Об этом гражданине я специально поставлю вопрос на заседании худсовета нашего коллектива. Да не в этом же дело. У нас же срывается концерт. У нас нет актера, товарищ Козлов. Скинь! Скинь! Товарищ Козлов, а может быть, вы согласитесь сыграть? Да. Марья Ивановна, вы великолепно знаете, что я только теоретик театра. Когда должны приехать артисты? Да они уже приехали. Ну, великолепно, пойдем. Только не я, только не я. Здравствуйте, товарищи. Здравствуйте. 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 Ну, в чем дело? У нас несчастье. А что такое? Во время вражеского налета мы лишились артиста. Что, убит, ранен? Он... Замаскировался. А, понимаю, понимаю. Ну, вот что, товарищ артист, как хотите, а концерт должен состояться. И обязательно. Постойте, а не может ли кто-нибудь из ваших бойцов заменить нашего актера? А это возможно? Идея! Товарищи артисты, прошу гримироваться. Остальное я беру все на себя. Пошли, товарищи, скорее. Прошу вас. Скорее. Это что такое идея? Игра. Игра простое физическое действие, как говорят у нас в МХАТе. Ну, понимаю. Ну, а как вы себя чувствуете здесь, в боевой обстановке? Великолепно. Как вы себя чувствуете? Великолепно. За горами высокими, за долами широкими бежит ручей, как песенка звеня. Там ждет меня далекая подруга синеокая, девушка любимая моя. Там ждет меня далекая подруга синеокая, девушка любимая моя. Над речкой ива клонится, плывет луна бессонница, там с нею до рассвета буду ждать. Ты ждешь письма ответного, ты ждешь письма заветного, старенькая ласковая мать. Ты ждешь письма ответного, ты ждешь письма заветного, старенькая ласковая мать. Душевно поете, Антон Иванович. На прощание. Рапорт подал, перевожусь. Вон как, это куда же? Команду разведчиков. А как же я?
есть рыба-кит, а есть плотва. Это товарищ называется, да? Так мы же уговаривались там вместе идти. Так чудак, я ведь здесь не Зюзинский. А у тебя какая мотивировка? Ну да, у меня мотивировки нет. Ну так вот. Но твою-то мотивировку я прекрасно знаю, она у тебя в левом кармане лежит. Точно. Только ради бога, я тебя прошу, ты мне свою Катю не показывай, потому что она мне скоро во сне будет сидеть. А такое и во сне увидать не грех. Товарищ Рыбкин, ко мне. Приготовься, сейчас дела принимать будешь. Боец Рыбкин прибыл по вашему приказанию. Товарищ Рыбкин, вам задание. Готов выполнить любое задание. Вот что. Нам приехали артисты, а у них не хватает одного исполнителя. Я думаю, вам поручить это дело. Ну, товарищ капитан, ну какой же я артист? Я ведь никогда на сцене не играл. Ну что значит не играл? Игра есть простое физическое действие. Так... Ничего, ничего, справитесь. Есть справиться. Кстати, можете иметь успех у зрителей. Роль немецкого ефрейтора. Да что? Товарищ капитан, ну что вы? Ничего, ничего, товарищ Рыбкин. Немецкий мундир получите у меня, ничего. Ну, товарищ, до свидания. Эх, товарищ капитан. Вы здесь будете повар? Не повар, а боец повар. Повар это ведь не по уставу. А мне все равно, мне бы обед получить. Чего у вас тут на первое, на второе? На первое обедать еще рано. А на второе интересно, кто вы такая? Кто я такая, это вас не касается. Вот так? Он так. А насчет обеда у меня распоряжение командования имеется. Ну, если распоряжение командования имеется, то один обед в индивидуальном порядке отпустить можно. Это не страшно. А мне ваша личность знакома. А мне ваша нет. Я даже могу сказать, как вас зовут. Не интересует. Зовут вас Катя, и сами вы из Дюзина. Ой, врете. Врете. Подтвердим документально, узнаете? Антоша! Точно. А вы его знаете? Товарищ Рыбкин, мой непосредственный помощник. А где он теперь? Я его послал сейчас на выполнение одной боевой операции. Это не опасно? Не волнуйтесь, операция несерьезная. Скажите, где у вас главный? Я боец Рыбкин, прибыл в ваше распоряжение. А мундир? Я должен заменить какого-то вашего артиста. Я очень рада, очень рада. Я тоже очень рад. Простите, вам очень больно, да? Ничего, это ведь игра, так сказать, простое физическое действие. Проходите, пожалуйста, проходите. Товарищи бойцы! К нам прибыли гости, артисты. Сейчас они покажут свое искусство. Действие происходит в Голландии. Это короткая антифашистская пьеса. Где? В Голландии. По ходу пьесы вы преследуете меня и пытаетесь поцеловать. Я сопротивляюсь, и вам это не удается. Совсем не удается? Нет, удается, только не сразу. Понимаю.
Голуба моя, мы начинаем. Сейчас, сейчас. Познакомься, пожалуйста, это мой новый партнер. А это наш помрешь. Не помрешь, а Врио Худрука. Временно исполняющий обязанности художественного руководства Пал Палыч Козловский. Боец Рыбкин. Вы знаете что? Мне кажется, что с вашими физикальными данными эту ролику можно раздраконить так, чтобы она зайти. А! Ведь очень многие не понимают, что такое есть игра. Игра есть простое физическое действие. Вот, например, я беру этот табурет. Не-не, это я уже знаю. Ага. Тогда поговорим о конфигурации вашей роли. А вот это можно. Ведь когда вы входите в образ, вы ничего не заметите. Не замечаете, наступает полное сценическое одиночество. Скажите, здесь всегда так стреляют? Да вы не обращайте внимания, это наши. Ах, наши? Да. Ну тогда продолжаем. Скажите, вам знакомо содержание эпизода? Знакомо. Вы подлец. Да, подлец и негодяй. Что? Вы мародер! Насильник! Гражданин, хватит! Хватит! Вы знаете, у вас прекрасная актерская возбудимость. Нам надо только найти несколько красочек, наметить один эмоциональный бросок и потом распушить концовочку. Так что, вот знаете, оно... Это... А! Ну-с! Давайте. Любимый глаз, помню, в сердце юном нежно пели струны тот прощальный час. Ах, тот прощальный час. Ветерок несет пыль, а рано, как цветок. Люби, люби моей, мой желанный, как ты. Воли песню пою. Ах, дама власти, юный яркий снов, верю в счастье, к нам вернется вновь. Сбудутся мечтания, час придет следа. Твоя любовь. Ах, ах, и твоя любовь. Давайте. Давайте, давайте. Давайте, давайте. Давайте, 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 давайте! Стоп! Не надо давать. Голуба моя, но поймите, что вы должны меня поцеловать. Ну вот, да? Не верю. Ведь это же Голландия. Нидерланды. Каналы. Рембрандт. Пейзаж. Корсаж. Сыр. Что вы тут знаете? Ну? Целуйте. Не обращайте внимания, это наш. Нет, это немцы. Не обращайте внимания. Входите в образ. Боец Рыбкин, не говорите глупости. Я не могу входить в образ в данных предлагаемых обстоятельствах. Товарищ Козловский, на сцену. Знаю. Пройдите сцену без меня, только технически. Товарищ Рыбкин, на чем вы остановились? На поцелуе. Прекрасно. Подавайте реплики.
Значит так, я вхожу в дом и... Ай, нельзя! Ах, значит, я не вхожу в дом? Нет, нет. Сначала вы хотите обмануть меня и говорить, что знаете дорогу, и проводите меня к своим. Запомните эту фразу. Вы немец. Должны говорить ее чисто, без акцента. Понятно. Ich kenne den Weg und bringe Sie zu den Ivien. Хорошо. А теперь дальше на ломаном русском. Я есть немецкий солдат. В настоящее время вы должны немножко любить мне, иначе я буду уничтожать вас. О, прелестно! Ну, а теперь целуйте меня. Ну-ну. Нет, не так. Зритель нам не поверит. Надо смелее, как в бою. Есть, как в бою. Хватайте меня, я буду сопротивляться. Есть. Все равно хватайте. Да-да, ну-ну. Верю! Вот тебе верю! Правильно взято! Правильно взято. Что с бою взято, то свято. Может повторить? Нет, голуба моя, лишняя репетиция для актера вредна так же, как лишняя рюмка водки. Осторожней с костюмом. Вы же знаете, что персонально за каждый костюм отвечаю я. Пошли! Дилетанты. Давайте. Руйсац, руйсац, макто кольбродол. Медлен, давай сакан финал, ну бить на крылёвка фрау. Баннер электр, чайм альфаузен, он фейнмай. Гестер, это морген демерис мак. Скандал, ана клана фрау. Кто ест? Мари Ван Гутен. Я Мари Ван Гутен. А, ты моя воробушка. Мама! Что нам нужно? Молчать! Я тебе должен арестовать. Ай, негодяй! Ты подойдешь к ней только через мой труп. Ты ест, мама? Да. Иди сюда, стань здесь. Мари! Ах, Петр Зен! Великолепно, Мари Ван. Ну-ка, концерт идет. Все в порядке. Ну, товарищи, пора начинать наш концерт. Есть начинать. Вот и моя куляльтечка, ты моя курочка. Оставляй со сцены! Не стану! Кэрт! Я убью с костюмом. Знаю. Я презираю вас. А я вас. Дурак. Гусыня. Я есть настоящий немецкий солдат. Ich kenne den Weg. Постойте, в чем дело? Я ничего не понимаю. Вы должны немножко любить меня. Никого нет. Очень хорошо. Я буду целовать вас. Пустите меня. А моя воробушка... Полное сценическое одиночество. Thank you.
правильно говоришь. Вот сейчас мы с тобой им подсыпем. Сюда, сдавайся. Ты что, с ума спятил? На своих бросаешься. Антон Иванович, а я вас в чужой форме не узнал? А ты меня должен во всякой форме узнавать. Простите, перепутал. А ты не путай. Немец этажом ниже. Сейчас, Антоша, мы им покажем. Федя, заряжать торопись, а стрелять приноровись. Будем действовать так. Я наводчиком, а ты подносчиком. Ну точно, чешите. Черт, патроны кончились. Сейчас достанем. Нам патроны нужны, а ты психуешь. Федя, скорей! Есть. Давай. Налево. Ни направо, ни налево, только прямо. Меня интуиция моя еще никогда не обманывала. Прошу за мной. Здравствуйте. Здравствуйте. Здрасте. Где повар? Не повар, а боец повар. Повар это не по уставу. Это не имеет существенного значения, товарищ. Мы артисты, нам надо восстановить творческую энергию. Чего? Короче говоря, нам необходимо подкрепиться. Боец в отлучке, а я не имею права. Ну, позвольте, позвольте, у нас распоряжение командования. Ну, раз распоряжение командования, то в виде исключения подкрепить возможно. Товарищи, только в порядке живой очереди. Мне погуще. Скажите, пожалуйста, товарищ Рыбкин еще не возвращался? Рыбкин? Да. А зачем он вам? Нужен. У него осталась одна моя вещь. Какая вещь? Я не могу вам этого сейчас сказать. Спасибо. Простите. Это вы почему не переоделись? Я надеюсь на продолжение спектакля. А, кстати, нашлась юбка. Товарищ Козлов. Ский. Товарищ Козловский, вы мне надоели с вашей юбкой. Я же вам говорила, что она у Рыбкина. Меня не интересует ваш партнер, я за него ответственность не несу. Он не у нас, кстати. Позволь? Не позволю. Костюм числится за вами, и потрудитесь вернуть мне его в полной сохранности. Вы настоящий... Идите, не могу я с вами разговаривать. Интриганка, дилетантка! Сплошница. В
Постой. А кто же у кухни остался? Катя. Какая Катя? Ну то, что у тебя на карточке из Зюзина. Да ты что, спятил? Или от немца пропитался? А ну дыхни. Ну что дышать? Понимаешь, ну... дело в том, что... Слушай, Федя, я сейчас побегу вперед, а ты кидай мне вслед гранату. Я ему укажу правильную дорогу. Их кенна ден век, как говорится, по пьесе. Точно? Точно. Федя, а юбку передашь актрисе Ларисе Семеновне, это ее. Она по другим не мель. Видите? Мы видели? Может, хватит? Что вы хотите им сказать? А то хочу сказать, что все ваши артисты уж давно ушли на выступление. Знаю. И прошу без замечаний. Я еще ни разу на продолжение своей театральной деятельности не опаздывал. Ни на спектакль, ни на заседание худсовета. Настоящий? Настоящий, а вы кто такой? Я Брюху, друга. Настоящий. А в чем дело-то? Скажите, товарищ, у меня есть большая просьба. Скажите, у вас есть такая актриса Лариса Семеновна? Есть, а что? Товарищ Липкин ей просил передать одну вещь. Какую вещь? А вот... вот юбка. Простите, товарищи, это элемент театрального костюма. Товарищ Рыбкин снял это во время игры. Ничего себе, хороша игра. Товарищ, простите, это некорректно. Чего? В этой юбке пела сама Барсова. Кто в ней пел, меня это не касается. А вот как она попала к Антоше, это я выясню сама. Товарищ, я буду жаловаться командованию. Отчего? Ай, поезд, гаудер,
мой Либерго. Вас из плюс! О, Карл! Шаумар! Раз вижу такой крепкий дружба между солдат и лейтенант. Думков, да ты сказал русский пословиц. Наскочил коза на камень. Нас! Опч! Вижу, фарвел! Опч! Русский снаряд лишил его этот рассудок. Нужны! Каким дьяволом вы притащили эту падаль сюда? Вы забыли приказ тяжело раненых оставлять на месте? Так точно, господин доктор! Вы видите, что мы отступаем? Так точно, господин доктор! Господина лейтенанта отнесите в машину. А ефрейтор... Ефрейтор оставьте бабос, он поедет там. Он контужен, господин доктор. Он ненормален. К черту! В этой панике все мы ненормальны. Их Кеннедон век. Видите, он еще знает, как выбраться отсюда. А вы говорите, он сумасшедший. Просто легкий случай афазии, характерный для контузии. Так точно, господин доктор. Посадите его на головную подводу. Там очень ненадежный мужик. Пусть лучше он показывает дорогу. Так точно, господин доктор! Форвард! Форвард! О! Ты что, старый хрен-дерец, не узнал? Я вас, голубу, словно хорошо узнал! О! Давай, дед, к реке! О! О! Скажи на милость, фашист, а наши места знаешь? Как это так? А вот как? Антоша! Ёлки-палки! Безусловно, Антоша! Что? То что ты, немца перекинулся? Нет, дед Назар, это игра, так сказать, маскировка. Молчи! Молчу. Да-да! Жмем помаленьку! Все в порядке! Товарищ командир, смотри-ка! Теперь стой, где ты дашь! Видишь, немцы отходят! Безусловно! Давай развернемся так, чтобы им не вздохнуть, не охнуть! Это можно! Есть давай!
пробка. Вижу. Это нам на руку. Черт возьми, мы, кажется, застряли. Так точно, господин доктор. Идиот. Передайте на батарею перенести огонь на тот берег по обозу противника. Доктор, где ефрейтор? Он в обозе. Это русский партизан. Оставьте вы меня в покое, не до этого мне сейчас. За мной! Я есть настоящий немецкий солдат, Карл Шмуля, о! Врешь? А ты кто есть, а? Вот ты есть кто? Антоша Иванович Рыбкин ты есть, да? Эй, кумпер! Готовые к походу, нам не страшны ни буря, ни метель. Обнимет ласково, согреет мне погоду походная армейская шинель. Эх, ласкою народною веет от тебя шинель моя походная. Эх, сказочка моя, эх, сказочка моя. Эх, ты моя сказочка, сказочка моя. Сказочка моя, ты моя сказочка, сказочка моя. Давайте, артисты, ко мне. В чем дело? Я сейчас уезжаю на новые позиции, а вам надлежит следовать за мной. А как же наше театральное оборудование? Эту муру возьмете с собой. Товарищ Козловский, значит, мы спектакль доиграем до конца. При условии, если нас не будет лимитировать юбка. Да. Товарищи артисты, за мной. Товарищ начальник, можно с вами? Сначала верните гражданка юбку. Юбку? Да. Дудки. В таком случае я не могу вас обеспечить автотранспортом. Ну и не надо. Грубиянка! Довезете? Точно, прошу. Ну, поехали! Чеканим шаг, готовые к походу. Нам не страшны ни буря, ни метель. Обнимет ласково, согреет мне погоду походная армейская шинель. Эх, ласкою народною веет от тебя шинель моя походная, эх, сказочка моя. Эх, сказочка моя. Решительную схватку, на бой готовы бурю и метель. Мы в бой пойдем, эту под лужи скатку, походную армейскую шинель. Эй, класскою народною веет от тебя шинель моя походная, эх, скаточка моя. Эх, скаточка моя, эх, ты моя скаточка, скаточка моя. Катина изба горит. Безусловно. Ой, ёлки, бог. Батюшки, Петя, моя изба горит. Точно. Ладно!
стихийное бедствие. Пожаром буду командовать я. Марьяна Ларисовна насосом. Остальные по номерам. Давайте! Давайте! Давайте, 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 давайте! Давайте, давайте! Стоп! Не надо давать! Бойцы Рыбкин и Коркин ко мне! Товарищ майор, боец Рыбкин прибыл по вашему приказанию. Боец Рыбкин, за проявленную инициативу, смелость и находчивость от лица командования объявляю вам благодарность. Служи Советскому Союзу! А это что за вид? Это вынужденная маскировка, товарищ майор. Товарищ майор, разрешите обратиться. Пожалуйста. Вот. А, это что, трофей? А, точно. Сдать в штаб. Есть. Приведите себя в порядок. Можете идти. Спасибо, Катя, за ваш платочек. План. Ну, верно, верно, план. Стойте! Стойте! Товарищ командир, прикажите ей возвратить мне юбку. Какую юбку? Элемент театрального костюма! Она сгорела! Ай! Я этого не переживу. Ну, я понимаю. В ней же пела сама Барсова! Сама Барсова! Товарищ майор, можно нам здесь заиграть спектакль, а? Нет, в следующем населенном пункте. Лариса Семеновна, не компрометируйтесь. Это наш. Смотри, как он, смотри. Эй, молодец. Да! Когда вернуться не ведаю, но возвращусь с победою. Страна зовет на правый бой меня. Страна моя родимая, страна моя любимая, родина великая моя. Страна моя родимая, страна